Шениночки, австрийские ботиночки, английский шарф, система шарф и прочие дела. Она скоблит мне пяточку, я кину ей десяточку, и за массажем мне расскажет, как она жила. А второй эпиграф из Булата Акуджавы. Как обаятельно для тех, кто понимает все наши глупости и мелкие злодейства. Здравствуйте, Танечка, раздевайтесь, не сопротивляйтесь. Подождите, сейчас я с этой старухой быстро разделаюсь. Спрашиваете, как дела? Ну какие в Америке могут быть дела? Вот в Рашке были дела. Стоял в очереди за бананами, давали по 2 килограмма, а ты взял 4. Это дело. Туфли чехословацкие лакированные купила, только 10 рублей переплатила. Это дело. Апельсины без очереди взял, мясо с черного хода вынес. Вот это все дела. А здесь что? Никаких дел. Скука. Ирочка, привет! На стрижку кто не пришла? Я тебе сейчас голову помою, а то Сандра уже домой ушла. Да как жизнь? Жизнь держись, упадешь не по дыму. Танечка, берите пока конфетку, чтоб ротике было не скучно. Ира, ты что, крыша у тебя поехала? Чаевые она мне дает. Еще чего выдумала. Столько мне услуг сделала. В Одессе у нас, в парикмахерской, большими буквами на стене было написано: «Позор тем, кто дает. Позор тем, кто берет». А начальница наша, ну, чисто комсомолка, а я рататая, мне все по барабану. Я к ней приставала, чтобы вывеску эту снять, а то срам один. А она мне: ты тут нам, Фаина, устроишь вырванные годы? А нам что эти чаевые? Копейки. Мы там деньги делали, покупали, продавали. Клиентура у нас была богатая, большие дела крутились. Вот ювелир у меня был в Одессе хороший. Я покупала обручальные кольца, у меня девочки были знакомые в магазине для новобрачных. Несла ему, и он такие кольца делал, такие серьги с рубинами, с другими камнями. Таких нигде не найдешь. Надену я серьги, кольцо, накрашусь, наведу марафет и иду к ювелирному магазину к открытию. А там уже очередь стоит, ждут, что выбросят. Я к началу очереди подойду и как бы невзначай: а что сегодня привезут, что слышно? А сама так волосы поправляю, воротник. Они все: ой, женщина, какое у вас кольцо красивое, какие сережки. Продайте, а? Вы здесь живете, вы себе еще достанете, а мы специально приехали, неизвестно еще, что сегодня выкинут. А я: да нет, не могу, это такой дорогой гарнитур, другой такой нигде не найдете. Ну, поломаюсь, цену понабиваю, а потом говорю: ну ладно уж, за хорошую цену уступлю. Деньги в карман, дело в шляпе. Вот так и крутились. Весело было жить. У меня же квартира была шикарная. Дачу снимала на фонтане. Курортники приезжали. Я оденусь, иду вся такая из себя. Я тебе дам. Я же не крестьянка какая-нибудь. Европа. Вот мне здесь все говорят: зачем же ты приехала, если ты там так хорошо жила? Да говорю, нет ума, считай калека. Вот как клиентки наши, старухи эти. Волос мало, а мозгов еще меньше. А по воскресеньям в 3 часа утра к дому подходило такси. Я брала большой мешок, фонарик, надевала парик, и мы с девочками ехали на толчок. Мы шли по рядам, светили фонариком и покупали сапоги, купальники, все. А утром продавали на 20-30 рублей дороже. Я брала только свой размер. Если спросят, купила для себя, не подходит, принесла продавать. Лифчик покупала себе на 5 размеров больше, специально, чтобы деньги складывать. Один раз забрали в милицию. Начинают допрашивать, а я время тяну. Ведь если узнают, где муж работает, что будет? А тут 2 часа, у них пересменка. Мой милиционер сдает меня молодому. Вот, закончишь тут со спекулянткой. А я смотрю на них, все они там пьют, тоже каждый смотрит, где урвать. Я вынимаю десятку и говорю этому молодому: слушай, давай-ка, парень, ты меня не видел, не знаешь, покажи-ка, где тут у вас черный ход. Он, как увидел десятку, аж затрясся. Пошел, незаметно вывел меня к задней двери, ну, я и утекла, и обратно на базар. Мой отец был прекрасный маляр, его вся Одесса знала. Если у него бывала колымная работа, например, рублей 300, мне всегда 10-15 рублей перепадало. Было нас 4 детей, но он всегда почему-то меня выделял. Может быть, потому что я такая же отмороженная, как и он. Он говорил: если не хочешь быть нищей, нужно быть аферисткой. Тогда же еще не знали, что в Америку уедем. Хочешь жить – умей вертеться. А я все на ус мотала. Папа меня часто с собой брал.
Такой у него вкус был, приходили все на его работу смотреть. А он так встанет, руки на груди сложит, молчит, любуется своей работой. Мне папа говорил: главное, знай себе цену. Будешь знать себе цену, все будут знать тебе цену. Как себя поставишь, так все и пойдет. Вот Зиночка, моя подружка еще со школы, когда она замуж выходила, свекровь очень ее не хотела, потому что она не из богатой семьи, как будто в Одессе все мультимиллионеры. Они все равно поженились, потому что парень очень ее любил. Свекровь знать ее не желала, они комнату где-то снимали. А когда у Зины дочка родилась, свекровь стала их звать к себе жить. Очень ей внучку хотелось, а от старшего сына внук был. Квартира была большая, Зина с мужем переехали. Свекровь со старшей невесткой сразу забыли, что только что волосы на голове друг другу рвали, объединились и стали над Зиной издеваться. Поедят все, гору грязной посуды оставят и ее заставляют мыть. Все свои грязные тряпки несут ей стирать. В общем, как Золушка она у них жила. Каждый день плакала, а слово сказать боялась. Раз прихожу я к ней, а у нее вид на море и обратно. Привела меня на кухню и показывает, все завалено кастрюлями, горшками, сковородками грязными, посуда навалена, это они ей все помыть оставили. Я ей говорю: слушай меня, если ты хочешь, чтобы они тебя уважали, знаешь, что ты должна сделать? Ты должна им эти кастрюли на головы надеть. Она перепугалась: они же меня убьют. Не убьют, у тебя другого выхода нет. Хочешь жить как человек, делай, как я скажу. Я сейчас выйду, пока они меня не увидели, а как они войдут, ты им все это на головы и надень. Ну, зашли они, рот на нее раскрыли, а она свекрови казанок из-под жаркого на голову надела, а невестке сковороду, да еще взяла половник и стала по сковородке бить. А я стою под окном и хлопаю, как в театре, мне же все через окно видно. Так они такой крик подняли, весь двор сбежался. И мужья из комнат повыскакивали, стали в кухню ломиться. А я ей сказала: ты дверь закрой на крючок, чтобы никто не мог войти. Она так и сделала. Ну, взломали мужики дверь, в конце концов, ворвались, и не знают, или им смеяться, или что. У свекрови по лицу соус мясной течет, у невестки масло подгорелое, голосят обе. А на Зиночку сердиться тоже не могут. Они ведь все знали, что она ангел. Это я знала, что она идиотка. Понимают, что, видно, достали они ее. И что вы думаете? Они ей потом задницу целовали. Тут я работала у одного голубого в салоне. Он хорошо ко мне относился. Стрижет бесподобно. Я к нему не хожу только потому, что он с меня денег не возьмет, а я так не хочу. Он у меня педикюр, маникюр делал, потом бикини стал делать. И дружки его стали ко мне ходить, волосы с тела удаляли. Я их чистила, как курей. Волосы с груди сниму, да еще и массаж сделаю. Так они с ума сходили от восторга. Голубые же. Мальчики они не бедные, хорошие типы мне оставляли. Другие девочки в салоне брезгали, а мне это чисто по барабану. Мне деньги были нужны. У меня мальчики в школе учились. И как учились? Такие оба способные. Жора тот тихий, а у Лени язык подвешен как лопата. Он если 95% за тест получит, уже недоволен. И все с учителями спорит. Даже если 100%, и то бывал недоволен, требовал, чтобы с плюсом. И всегда добивался своего, ну, чисто отмороженный. Они у меня такие грамотные все, аж противно. Газеты читают, как придут, так Сёмкой начинают за политику говорить. Меня стыдят. А ты почему новости не смотришь? Зачем, говорю, все равно им ничем помочь не могу. И тебе не стыдно? Мне стыдно? Обижаете. И что это вы тут мне партсобрание устраиваете? Лёня спрашивает: а что такое партсобрание? Пусть тебе отец объяснит, он в комсомоле был, а Сёмка, но в партии же не был, а сама я и в комсомоле не была. Когда в 9 классе нас стали принимать, меня классная уговаривала: ты, мол, должна. А я говорю: ничего я никому не должна. Я уже тогда это твердо усвоила. Но так ведь жить нельзя. Можно, поверьте мне, Софья Борисовна. А собрание ихнее меня не интересует. Что же тебя интересует? Пойти на толчок, за руб купить, за 3 продать. Вот это меня интересует. Она чуть не трохнулась. Ты, Фаина, смотри, никому это не говори. С тобой никто дружить не будет. Не будут, так я переживу этот сорос. Шш, нельзя в школе такие слова говорить. Когда мы сюда ехали, Леня маленький был, 4 года. И ему все хочется, мороженое там, шоколад. А я говорю:
Мы в капиталистической стране, тут все должны деньги.